Всем привет, с вами снова я, Блэкс, и Тролль, и Мэн72Рус, да, Мэн72Рус. И сегодня с нами играет гость, это Троллиха, она в красном купальнике вон там. Потому что, блин, мне купили такой аккаунт. Ну как бы я не девочка, я ж тролль. Ну как бы мы его еще не купили, потому что куплю я ему лицензию. А, ну ладно, бежим. Это карта пустынный парень. Алмаз, алмаз у меня. Бежу к паровозику. Где он? Ты где? Паровозик. Ну, мистер паровозик. Я не вижу тебя. К паровозику. К паровозику не беги. Мы не бежим к паровозику. А, мы бежим к паровозику. Что, перный, кусай! Я бежу к паровозику. Блин, что я сказал? Я бежу к паровозику. Логично, да. Меня кто-то пытается... Ну, где ты, блин, тролль? А, я за бабой гоняюсь. Ты что, дебил, что ли? Я тебе сказал, береги к пара... Он хочет изнасиловать бабу, понимаешь? Вот, ну? Вот это его командная игра. Он сам баба, чего он хочет. Там чувак, сейчас сольём. Опять мы разделились? Ладно, придется встретиться сейчас с такой... Сейчас бронь будет, отличная опе. Бронь, отличная. О, это ты? Алмаз! Алмаз! У меня есть один, пошли крафтить меч. Побежали, парень. Тролль, беги на спаун. Так я на спауне. Сейчас мы бежим. Привет. Отличное начало. А, короче, ты мне меч отдашь, так как у тебя есть. Я тут там остался. У меня еще есть меч. Отличное начало нового дня. Пузатых парней. Кстати, простите, что у тролля такой плохой микрофон, но, к сожалению, у него его отобрали. Сейчас, если следующий обзор снимать будем, я подключу новый микрофон, мне его отнесли сегодня. Кто? Ну, этот, Вася. The Boss Nigga? Дайте мне хамин. Дай алмаз, дай алмаз. О, а у кого-то есть? И железный? Палку, и палку дай. Палку на палку. У кого-нибудь железный слиток есть? Нету. А ты? А, все, есть у меня. У меня был алмаз. И у Юры был алмаз. И у него алмазный меч, я как днище. Та-ра-ра-ра-ра, я солью тебя, Павлик. Там чувак, пойдемте его убить. У тебя алмазный меч, только ты его не пали. А, это? Днище. О, он с лука. О, господи, зря, парень, зря. Пузатый. Смело. Но недостаточно. Сейчас я его солью, ну куда ты? Пацаны, не бежите, не бегите на него. А то вот друг друга мы его сейчас за... друг друга забьем, потому что, к сожалению, мы тупим. Хрень сказал. Сейчас мы его сольем, парень. Смотрите фокус. Дрель, не сверли. Все, не сверлит. Он бежит на ферму. О, я помню эту ферму. Сейчас берем ее. И что за хрень? Почему он застрял? Потому что он читер. У него два алмаза? Да, я пойду делать это. Можно мне, плиз? Плиз. Я же его это. Плиз, у меня деревянный меч. Он тебе каменный даст. Я тебе каменный дам. А где спал? Ладно. А у тебя есть что-нибудь еще? Лук дай со стрелами мне. Окей. Почему? У меня стрел дофига. А где спаун? Как у тебя нет лука со стрелами, если он нас и стрелял из лука, и у него были стрелы? Ну, сейчас, я просто сейчас очень волнуюсь, и не сейчас обосрёшься от радости. Блин, мне еда нужна, вы мне как днище. У меня нет еды. У меня нет еды. Давай я снимаю, парни, если что. Если что, потом напиши, снимать мне или нет. Дай мне каменный меч. Вот тебе каменный меч. Деревянный меч. А есть у кого шлем? Чтоб не палил. На железный поножен. О, Пася. А есть у кого шлем? Значит. Во. Во, смотрите, у меня армор крутой. А у кого-нибудь есть шлем? Нет. Шлем? Да и лук, а, парень. Тролль, дай мне свой шлем, а то у тебя слишком это крутой сет. Мой лук, отлично, отлично. У меня плохой. Давай я тебе кое-что другое дам. У меня плохой. Что дашь? Звездюлей дашь? Я тебе сейчас дам. Стоим в АФК. Ну дай шлем. Ладно, все. На ладно. Шлем, на шлем. Забей на свой шлем. А, нет, не забей. Не забей. Блин, у нас офигенные два алмаза. Да, ну у нас нет хавчика. Пойдем. Блин, у него самая офигенная броня. А я как, блин, голая стриптизерша. Пойдем. Не, ну смотри. Голая стриптизерша? Ты издеваешься? А я на кого похож? Ты похож на...
Ты похож на голую шатенку стриптизершу. Это две разные вещи. Я типа с этим с деревянным бегаю. Алмазный, алмазный не поле. Тут как? Пойдемте. Чувак. Я, конечно, все понимаю, но нам только людей надо искать. Парни, пойдемте за Хавчиком. Нам вот. Только Хавчик и нужен. Да. Броня у нас офигенная, все офигенно. Тортик, 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 я съел тортик. А мне? Спасибо. А мы сейчас пойдем за пшеницей. Нам надо сейчас каких-нибудь этих чурок найти. Что там, было что-нибудь? Заплевачено все. Парни, это не ее. Не обиделся. Вот это полная еда. Ей. Девушка в купальнике с голосом детского мужчины, блин. Ват. Заткнись. Ват? А зачем? А. Понятно. Ты издеваешься, все запривачено. Что на поле пришли? А у меня одна пшеница тут. Вы, блин, это, будете людей... Вот, две пшеницы. Вот так вот собираются они, кстати. Давайте, ты. Вы будете людей искать? Ой, я нашел людей? Сундук, на мельнице сундук. Сейчас я возьму. Нам только еда и нужна, как бы. Нам люди не нужны. Ой, тьфу, нам люди нужны. Опа, какая крутая еда. Я нашел еду. Дай хавчик. Я там тебе только яблоко. Да. Два, о, блин, яблоко. Два яблока. Где? Все, больше ничего не дам. Пошлите дальше искать. Собственно, нам надо продержаться до ночи, если... Ух, сколько много людей. Она, а мы как втроем ходим. Ну, а что делать, поделать? Как вы помните, в фильме «Голодные игры» там аж компашка из пяти человек была против одной бедной дамы. Собственно, мы... Кстати, главную роль играла тролль. Да. Карамелька. Да. Карамелька. Это карамелька. Какая карамелька? Я с Капизором не снимаю. А я хотела бы. Можно. Слушай, я тебя затроллил, хотя ты тролль. Плохо, тролль, плохо. Вы бегите за мной, О, я сундук нашел, подождите. Так, тролль иной. Так, я нашел стрелы, сейчас отдам их тебе, мэн. Ей, кремень. Ты не мэн, я Паша, все. Меня держи, зовут, держи, Паша. Держи. Пася, я лучник, я мастер. Так, мне надо поесть морковку. Оу, ее. Пузатая я морковка, всегда с собою книжка. Да? Пузатая морковка, всегда с собою книжка? Да нищий. Они бегут, все, обосрались, чуваки. Валки, валки, обосрались. О, паяц лез. Давай, давай. Лук, мастер. Да не стреляй ты, ты сейчас меня попадешь, молодец. Огурец. Огурчик. Помоги им слить его. Помоги железника слить. Помогу. У него железный меч и для меня броня как раз. Там еще два чувака, парни! Алмазный меч и чувака, фак! Беги там оттуда! Тролль, пойдем сливать. Че, кто? О! Кто тебе там мешает? Это я был. Есть его. Да. Ты сказал алмазник, а это был я, спасибо. Я всегда был рад, чтобы меня боялись. Слушай, у меня сейчас еда кончится, походу. Бегите за ним. Я пока поем. О, там еще один чувак. Все, все, сливаем их. Тролля. С удочкой. Тролля с удочкой. Вы помогите мне. Тролли. Тролли. Черт, он меня поджег. Я убегаю. Парни, мне пофиг, я пойду их сливать. У них мало хп. Давай, я так обману. Нет, я сейчас умру, черт. Нет, я выжил. Помогите, блин. Сейчас. Защищайте меня, сейчас я быстро поем. Проведи. Один с фланга к вам подходит, сейчас я его пытаюсь. Так, он меня сейчас сольёт. Тролля съели. Вот печаль. Ой, а вы сольёт. Давай, Юра, защитите меня. Все, давайте. А там стим у него зажигалка, он меня может поджечь. Да. Я слева со фланга. Все, это месть за брата. Брата. Да?
Чуть-чуть осталось. Видимо, один раз ударить, и он умрет. Я вижу. Ну, мы алмазный меч взяли. Да. Ну ты где, блин? Кто, я? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Мало хп! Пол хп. Еда нужна. У меня нету, сейчас проиграем, придется перезаписывать. Хотя, я сбил парня. Сатома. О, не придется. Хотя, я первый раз... У него вторая удочка, блин, он меня мочит, задолбал. Ты сам сливай, потому что у меня нету хп. У меня пол хп. Все, я слил его. Все, я того слил. От железника. Фу, прикинь, у него твой алмазный меч был. Сейчас я тебе дам. Дай мне. Все, идем на спаун. Сейчас там будут, наверное, хорошие вещи. Сердечко, чувак. Мне нужна еда. Чувак. Блин, у них три железных слитка, офигеть. Они, видимо, на спаун шли. Надо как-то серию назвать, дай мне. Железный слит. Зачем? У тебя есть алмазный меч. Тебе что, делать нехер? Надо назвать как-то серию. Назову эту серию... Как-то. Нет, пузатые парни — это в стиле Томаса. Так, нам надо возвратиться на спаун, так как сейчас будет... Пол сердечка, мне нужна еда. Переспаун. Пол сердечка, сейчас мы найдем тебя. А кактус ты умеешь жрать? Нет. Давайте сегодня еще снимем. Нет. Можно что-нибудь другое, можно хайденсик. Хайденсик, да. Почему? Потому что у тролля тупой комп. А. Нет, от компа не зависит то, что Майнкрафт лагает. Все зависит от... Блин, точно. От Джавы. Майнкрафт же супер крутая игра, да? Стой, а где спаун? У меня три голодных этих... Подожди, где спаун? Я потерялся. Пойдем. Пойдем. Где он? Вы сейчас вообще не в ту сторону... Блэкс, ты не в ту сторону. Куда идти? Куда идти? Говори вот мне. Вот туда, прямо. По рельсам? Да, против рельса. Куда? Справа или влево? Пойдем, короче, за мной. Где деревня или где озеро? Со мной. Ладно. Вот, сейчас иду. Вот до сюда, потом туда. Ни хрена себе, у тебя ж полный железный сэ. А, все, вот этот паровозик, все знаю где. Сейчас пойдем теперь сюда. Ни хрена, ты мне сказала идти против рельсов, тролли, а надо было идти по рельсам. Юра, ты не туда бежишь. Как не туда? Юра, Реально, я тупой. Простите, дорогие зрители, я слишком тупой дебил. Да, и мне нужна еда, парни. Я посмотрю, есть ли они там поблизости. Кого там нет? Один чувак. Сейчас я его солью. Нет, он убегает. Оставь его в покое. Нам нет сейчас... Нет железного. Есть железный меч. Он бежит к вам, опять. Сейчас я его солью. Я его попытаюсь... Тихо, у него лук. Давай, я в него. И. Фух, еле-еле слил. Тут еще один чувак, Юра. С алмазным мечом. Да он тупой, у него броня плохая. Да, Юра. Мы его должны сделать. Юра. Подожди, беги. Там еще один, они в тиме. Да, все, Юра, мне тебя салют, пол сердечка. Переспаун. Юра, беги за мной. Они за мной бегут. Мне нужно хп отреспаунить. Уйди. Все, я убежал. Все, пойдем за сундуками на мельнице. Да пофиг на спаун, пойдем за мной. Блэкс, просто всех сейчас меси. Я не могу, мы сейчас проиграем. Пусть месит, мы сейчас проиграем из-за Юры. Какой я... Блин, нет, я один не справлюсь. Да, все, беги к мельнице. Он взял крутую броню, все, он в ком. Пофиг, у нас пусы, зачем нам броня и меч отличный? Если посудить, то что на спаун, если у нас такое все хорошее? А вы, блин... Сейчас мы на спаун сбегаем. Подожди, нам надо отреспаунить хп. И мы на спаун пойдем в честном бою. Так, все, у меня хлебушек, но этого мало. Ты где? Я с внуками бегаю, за едой бегаю. Пошли, сейчас отреспаун здоровье и идем на... конечно. Да, и мы выиграем. Золотое яблоко у меня есть. Я пока за ними следить буду. Где так, они? Как? Давай, говори. Они все в фулл-сете железного. У нас тоже. Оба. Да, а это... есть алмазные мечи? Да. Ну, один? Есть у одного, а у другого я не знаю. У того железного... Они бегут к вам, походу. Он ко мне бежит. Вот. Тролль! Ну, блин, мэн, мы с тобой разделились, меня сейчас убьют. А другого с алмазным.
Это плохо. Вам пиздец. Вот мэн, сейчас только ПВП, сейчас только наш... Мэн, ну ты где? Я буду стоять на шифте. Сейчас у меня... Не отрегинилось все, как ты понять не можешь. У меня полсердечка. Блин, я на спаун бегу. Будь там, они меня убьют без тебя. Тихо. Это Академия ТВ. Какая Академия ТВ? Давай, парень. Мэн, они по мне стреляют. Беги быстрее к спауну. А, по тебе? Ха-ха-ха, вот лауки. Это... Парень. Они за тобой не бегут. Там, с другой. Ладно. Ладно. Я на спауне. Сили, парни. Ну все, мы проиграли. Да пофигу, но эту серию мы зальем, поскольку была классическая игра. Зайдите серию, тварь. Нет. Всё, вы проиграли. Лэпс, ты проиграл? Нет. Почему? Есть шансы. Я дождусь дэтматча и затащу. Я еще уверен, что я затащу. Так, у меня есть такое чувство. Я просто отвлек, можно так сказать. Они в каком-то здании. Да, они там, где я был. Я убежал, их отвлек, и Кура начал. Они отбегают эту гору. Сейчас буду смотреть. Мы чуть-чуть тупанули с тобой, Мэн, потому что мы разделились. Надо было тебе остаться. Нет, но... Всегда слушай меня, всегда слушай. Это первое правило. Они бегут к спауну. Я уже далеко от спауна. Да. Теперь надо лутать сундуки, и Юрии нужна еда. Подожди, там еще 5 человек. Их 2 в тиме. У меня еды пока еще много, и золотое яблоко, которое мне пригодится все-таки на дэтматч. Так как шанс у нас еще есть выжить. И сколько до дэтматча? 15 минут. Во-первых, если я кого-нибудь увижу в тиме, то есть... Нет, главное, чтобы они были, кто-нибудь еще в тиме был, потому тут что... Тут вообще днище, я тебе скажу, в кожаной. Кожаной? Да. Эти челы все с алмазами. Да, те с алмазами. И все, абсолютно. А, нет, кроме одного. Да, Вил какой-то там. Я тоже с алмазным, но у меня не полный сет, у меня железных штанов нету. А сколько надо на железные штаны? 7. 4. А у меня только 5. Печаль. Ну ладно, это не так придает значения. Если я одену железные штаны... Иди вот в эту башню, там есть такая башенка, вот иди туда. У меня есть лук, но нет стрел. А нет, есть 3 стрелы. Где башня? А вон она. Ну посмотрим, что у нас там есть. Да, там есть сундук, я это видел. Так, у тебя тут рядом чуваков нет, так что ты можешь затащить. О, железный слиток один. Еще остался один, и все. Меня лучше слышно? Теперь иди в лагерь. Вроде теперь лучше. Лагерь. Какой иди лагерь? В лагерь? Где? О. Тут есть такой лагерь. А с башни откуда он стороны? Вот где лестница, с какой? Там справа, слева? Ну, башня, там такой лагерь есть, ты увидишь. У тебя дальняя прорисовка? Нет, в другую сторону. Вот так, да, правильно. Вот ты бежал правильно, нет. В другую сторону. Вот так. Все, понял. И там дофига сундуков. 4-3 сундука. А, вижу лаги. И вот тут на дереве. Стой. Вот на дереве. С какой вот стороны? Вот наверху. Вон, наверху, да. А, вон. У меня просто, я, блин, сейчас графику надо переключить на... у меня почему-то быстрое. Нет, здесь кроме еды ничего полезного нету. Ну, перо... А теперь слышите? Да. Хороший звук? Нормально. Теперь иди в... Скажи, где все чуваки? Где все? Они на спавне, там еще нет. Все, иди в лагерь и вот в этот. Если там один чувак... Опа, ТНТ. Блин, его поджечь? Ну ладно. Может, нам потом на HMC сыграть, но лагает? Не, HMC у меня лагает чуть-чуть. А, ясно. Я же сейчас не в Москве. Ты меня что, обмануть решил? Здесь нет сундуку. По одному есть. Ой, я загорелся, блин. Звук? Офигенный звук? Я тупанул и загорелся. Да. Там ничего нету. Я микрофон поставил. Там ничего не было. У меня микрофон. Да знаю я. Не ори. То есть я не буду орать.
Так, я подхожу к форту. Здесь эндер-яйцо. Тролль, следи за моими противниками, окей? Я не знаю, как микрофон. Тут так хуже слышно сейчас. Ну, я слежу за ними. Где они? Они? Ну? Они около каких-то, ну, типа, не знаю, коров каких-то. А другие где? Ну, всего 5 нас. 2 в тиме. Надежда на тех двух, то, что они отнимут у них чуть-чуть... Один в городе, один в городе. Да, 10 минут и дедматч. Потом один в море около корабля. Ну и все. А я в форте. Форте? Форт? Да, я на форте. Или на форту. Ладно, я что-то тут сейчас на говорю как-то. Мне не под форту. Так, печенье. А у меня все заполнило. Ладно, что-нибудь возьму. Блин, вот железных штанов. Один слиток не хватает всего. Я сейчас на флаге Америки. И спауном просрали. Жестко. Утром может быть еще один этот матч. Мы на флаге? Ёман! 4 трибута осталось. Какой трибут умер? Который с кожаным или который был сильный? Крип скэри. Крип. А я знаю, что ли? 8 минут еще. Подожди, ну посмотри, какой у него броня. Да, который кожаный. Умер, который кожаный? Да. Так, тогда мне надо написать. Крип. А кто был в команде? Wildfire и Канада? Нет, Канада и Крип скэри. Тогда мне надо было. Тогда мне придется Wildfire написать, что мы будем в тиме на этот матче. А потом уже. Они застряли. Где? Они выбраться не могут. Где? Ну-ка, посмотрим. Вон один. Да, они застряли, один крипер. Где? Да. Ну, сейчас он все. Он выберется, да. Это там, где паутина. Там, где мы. А, так, ну да. Возле паутины. Я. О, блин, я ж туда подхожу вроде. Ладно, так. Сейчас надо тихо. Нет, а нет, я же не знаю. Около домиков тамагайских. Я помню это место. Да ёперный кусай. Можно без масла? Ты нет, ты далеко очень. Да. Кстати, у меня новый скин. Мои старые подписчики. Это у меня был фиолетовый, я его немного изменил и сделал красным. То, что красный мне больше нравится. У меня два любимых цвета. Это красный и черный. Да, поэтому так круче будет. Да, и поэтому Юля будет интро, которое делаю я, наверное. Да. А мне? Yes. А ты не снимаешь видео, так что помолчи. Тебе надо платно, да, тролль. Я не знаю, почему. Потому что он тролль, он всех троллит, да? Не, он у меня просто медленно грузится. Мне когда компьютер, может, новый купит, тогда я буду снимать. А мне уже купили. Купят через год. Вот это его лал. Не купили, тебе починили его. Нет, не купили. Вот. Долбосос. Так, ты идешь к деревне Майами. Я иду. Опа, к реке. Опа, нифига. Я чуть не сравнился с пропастью. Лекс, прыгай, поезжай. Я сейчас буду увидеть. Ага, сейчас прыгну и умру. Прыгай, отлично. Там вода. Прыгай. Куда прыгать? Я сейчас прыгну куда-нибудь, вон. Запрыгну. Ну нафиг, а? Я тут подожду. Я прыгай. 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 Да не бойся, вот я сейчас прыгну. Да, я сейчас тоже прыгну. Вы в креативе долб... Иди, да, ты долетишь четко. А я четко. Я допрыгнул. Я допрыгнул, все. Вот. Это, ну, если б я умер, это было бы на вашей совести. Да. Они застряли. Как? Один вообще застрял. Один? Нет. Да чего ты тупишь, а? Кто тупит? Я возле гавайской деревни. О, нет, они уже далеко. О, да! Тихо, там один чувак, я его вижу. Он там, без это, тима. Там двое. А, на шифте. Вон эти козлы. Их двое, я вижу только один ник. Двое. И он, кажется, они идет. Здесь они разделились. А, нет, опять собрались. Они бегут в другую сторону, так что... Ты точно давай, в другую беги. Сторону? Ты беги. Да они тебя не видят, они далеко. Да, беги. Стрелы... И печенье, и мясо.
И мясо, и печенье. Да. Еще 5 минут. И заткнись. Да дедмач? Там чувак вообще днище, в другой стороны. Вот он, днище. Подожди. Он вообще днище, он ФК. А, нет, не ФК, но он днище. Давай его, да. Тёма, дедмач. О, вон, добей его, он дно. Да. Подожди, хотя... нет. Тим, напиши ему. Тим. Да, потому Тим, что их двое. Нет, он тебя сольёт, я знаю такие. Sorry, типа. Нет. Нет, sure, это чё? Sure? Может быть, вроде, да? Нет, food. Быстро иду. Он тебе пишет. Быстро иду? Да. Нет, need food. Нужна еда. No, а молодец. Не знаю этих английских слов, по-албански не понимаю. Да. Давай его сейчас сольёшь вот сюда. Не, ага, солью его, а потом на дедматче что мне делать? Ну чё? Дослей. Да. Нет. Ну ладно, будут твои подписчики еще ждать 4 минут. Дофига ждать. Давай, я его толкаю. Тим, дедматч, типа, ееее. Да, всё, сейчас начнется финальный бэтл. Эпик в вон виз. Он к тебе бежит, Юр. Зажигалка вроде. Зажигалка, я думаю, сейчас поможет все, что у меня. О, сундуки обновились. Что? Опа! Сундуки! Четко! Сундук, парень, тут сундук внизу. Спустись, и сундук будет. Вон, да сзади. Сзади. Фига. Нет, ты в деревне моей. Да зачем мне сундук? Бери, бери. К Майами беги, там двойной сундук есть, там очень хороший лут. Вы реально издеваетесь, что ли? Что, зачем мне сундук? Да, реально, вот зачем ему сундук? Там золотые яблочки, парень. Зачем ты ему... У меня есть золотое яблоко. Ему а сколько нужно золота, чтобы сделать второе золотое яблоко? 300, блин. 9 слитков. Ни шиша. Нифига. А что, из самородков уже нельзя? Нет, только из слитков. Так, где этот парень-то? Винтер. Мы сказали Team and Deathmatch пока. Мы должны их завалить. И это будет подлая крыса, которая сольёт. Меня, да? Нет, да. Такого не будет. Да, у меня будет. Алмазный меч. Сначала нам нужно попробовать их как-то слить. Во-первых, лук у меня есть, и там 8 стрел. Если ты сейчас тупо прямо будешь бежать, то ты добежишь до спауна. На спауне кто-нибудь есть? На спауне нет никого. Отлично. Да. И рядом никого нет. А там ведь крутой лут лежит. Ну да. Золотые яблочки. Все, давай. Смотри, мам, и мы тебе скажем, если что. Да, если люди. Человеческий. Пока нет. Никого. Фигня. Штанов нету. Нормально обделили меня. Штанами. Трусами, да? Спасибо за штаны, блин, да? Нет, штанов нету. И слитков нету, ничего нету, блин. Так, тайм. 2 минуты. 2 минуты до дедматча. 2? Да. 2. Какой 2? Тайм напиши. Тайм? Уже 1 минуту. Тайм. Просто тайм написать, так? Да, только я сейчас палочкой. А-а. Везде палочка пишется. Это Тим. А, 1 минута. 1 minute. Ну давай, затащи. Сколько там видео? 30 минут, наверное, длится где-то. Не знаю, у меня Фрапс не показывает. А у меня OBS показывает. Кого? Холбейс? OBS. А, OBS. Так, есть прямой эфир, чтобы стримить, и еще локальная запись. Удобно. Можно с вебкой стримить, но я не буду. Да. Мне почему-то на Ютубе не разрешают стримить. Странно. Ну. Может, ты плохой? Может, ты плохой? Может, у тебя нет партнерки? Да? У меня, да, конечно, нет. У меня почему-то все есть, а стрим почему-то не идет. Но я потом разберусь с этим. Мне пока стрима не нужна. Так, надо поесть, заправиться. На 500 видео будет, наверное, стрим, наверное. Да? На ХГ будем делать. На ХГ. Только не на ХММС, да как-нибудь, чтобы стрим был с маленькой задержкой. Давай я тебе помогу, если что.
А где на Hive MC, да, ну на Hive MC. Ой, на Hive MC, на MC. О, тут, а, это ты, да. Тайм, сколько там еще? 30 секунд. Так, да, мне нужно взять все, что есть. Меч на первый слой. 24 лук. Секунды. 20 секунд. Еда сюда, 19. Ну все, ладно, сейчас я проиграю, потому что там два чувака в тиме. 12. 11, 10. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, и все, давай, парень. Все, давай, паренек. О, ты... О, они в... А, они в тиме, да, вы в тиме. А, отлично. О, он не крыса. Пока что. Пока что. Вопрос а вот в том, что... Вот... А вот ты крысишь. Бегаешь от них, слышь. Сейчас сольем. Отлично! Сзади вас еще бежит. Отлично! Догорает, давай, давай. Ну фак! Сейчас его... Молния. Нет, не получится. Вас стреляют еще, кстати. Блин. Обстрел по полной. Вот это напряженная игра. К тебе идут. Мазохист. Опа! Почти. Опа. Почти попал под огонь. Мазохист за тобой. Я он вижу. За тобой. Сейчас того сольют. Молнией. Почему нет. Молния не стреляет? О, Юра, за тебя бегут. Да. Я вижу. Бежать. Юра, Юра, Юра. Нет, 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 нет. Юра. Сейчас, если его сольют, мне хана. Убивай эту дуру. Пацаны, надо, чтобы он меня прикрыл. Мне нужно съесть я золотое яблоко. Беги, беги, че ты вот тупишь вот сейчас? Жестоко вообще тупанул, конечно. Юра, вот это... блин, я беги. Туплю. Ты беги, а не защищайся. Что за фигня? Беги. Я бегу. У меня... Ты у меня... не бежишь. Да, ты не бежишь. У меня Майнкрафт лагает. Да беги. У меня Майнкрафт лагает. Я не знаю почему. Юра, блин, я бегу. Из защиты выйди. Да. Ты в защите. Блин! Блин, ну ты Борон. Да, ну таки, конечно. Подожди, в какой защите? Да. Стой. Я на хабище. Так, и да, мы говорим всем удачи, всем пока. С вами был Black325. Вон пишет, хорошая игра. Да? У-у-у! Всем удачи, всем пока, да? Ну да, всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока!